Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру «Последний день на земле». Ну что же, я пришел в каменные предгорья, на улице холодно, 5 градусов всего тепла. 6 часов 10 минут утра. И мы в одних штанах пришли что-нибудь здесь найти. И я вижу первого зомбаря. Минус один. Так, отлично. Так, у него тряпки. Блин, а зачем я... Воу-воу-воу, кислотник. О, еще и этот жирный, да ну, хорош. Ребят, вы что, издеваетесь, что ли, а? Зачем так резко, причем сразу? Блин, придется... придется накумарить. Что одного, что второго. Ну, один-то там уже валяется, это понятно. А вот с жирным будет, наверное, попрыгун хренов. Посложнее маленько. Ой-ой-ой-ой, ребята, у меня с хпшками-то проблема. Я не хочу, как в тот раз, отдуплиться. Вот так, отлично. Да, надо будет, кстати, как-то развить себе аптечки и делать их потом. Ладно, ребята, самое главное, что мы справились. Давайте дальше рыскать, что мы здесь можем найти. Я, правда, не договорил фразу, зачем я сюда рванул с полным инвентарем. Вот этого я до сих пор не могу понять. Хорош, кислота, успокойся. На, получи тогда. Блин, все-таки мачете — это вещь, ребята. Что не говори. У меня еще одна есть. Это радует. То бишь, я здесь смогу выжить. Бегун тут на два удара. А, нет, смотрите-ка, три. Ну, давай свои тряпки. Тряпки, кстати, нам пригодятся, знаете, для чего? Для бинтов. Довольно тоже неплохо подхиливают. Так. Блин, у меня инвентарь заполненный. Давайте эти яблоки вот так вот. Отлично. Я смотрю, тут руды лежит немало, ребята. Блин. И инвентарь весь полный. Ну разве это не обидно? Вот, давайте, кстати, да, бинтов себе наклепаем. О, хорошо. Давайте еще один. Ну что же, теперь я более-менее себя чувствую спокойно. Но опять же, инвентарь полный, я не смогу ничего здесь взять. Эх, обидно. Ну, здорово, родной. Отдохни маленько. Так, тут у нас олени, олени. Опа, я вижу ящик, ребята. Я вижу ящик и также вижу кучу зомбиков, стоящих и ждущих меня. Так, давайте-ка я его втихую со спины. Тем более это бегун, которого надо три раза бить. Я его сейчас по шурику завалю. Опа, на удар. Ребята, заметили, да? Сзади со спины ему достаточно одного удара. А напрямую, если лоб в лоб, три раза надо бить. Это причем мачетой, довольно хорошим оружием. О, бегун среагировал, да ну нафиг. Ну ладно, отгребает пускай. Так, веревки, тряпки. Ну, в принципе, нормально. Сейчас я здесь всех раскумарю по-быренькому. О, все среагировали, чё ж так хреново-то? Ну, я считаю так, что это все нормально. Главное, чтобы не было бегунов. Помните, да, в сериях? Два бегуна сразу. Точнее, не бегуна, а этих жирных. Я считаю, это самые-самые пока сильные здесь зомби. Я больше чем уверен, что будут еще сильнее. Но пока и этих достаточно. Блин, лес не порубить. Руду не подобывать. Чё делать? Только вот если ящики эти вскрывать, смотреть. О, там еще один. Конечно, большой... Да кто там бежит-то опять, ребята? Опа-на, ничего себе! Ну-ка. Лорд Хаус. Отдохни-ка, родной. Что у тебя там есть? Штанишки. Давайте наденем. Блин, у меня такие же, как и у него. Так, а вот этого у меня нету. Тряпка. Я даже не знаю, что бы сделать-то. Ай-яй-яй-яй, как-то... Блин, ну по идее ягоды, вот нафиг они мне нужны, а? Ребят, ведь согласитесь, они уже все устарели. Компот у меня есть. Ладно, пожертвуем так, а что делать? Ну, давай что-нибудь хорошее и дорогое. Изолента. Нафиг она мне нужна-то, в принципе. У меня вроде бы там дома просто ее залежи. Так, олень, не бзди, я тебя не трону. О-о-о, бегун. Фига ты, малорик. Из-под тишка-то. Ну, он получил свое, что заслужил. Мы открываем ящик, точнее сумку. И видим здесь
Да, только консервы. Вода, в принципе, тоже нужна. Но у меня есть компот, я даже не знаю. Давайте ничего не будем делать. Так, у меня, ребята, немножечко осталось до 19 уровня. Сейчас я, скорее всего, я здесь его и добью. Вот зачем я вот это сделал? Ведь знал прекрасно, что волк среагирует. Нет, начал убивать первого оленя. Ладно, так, бегун. Надо его шлепнуть, а то побежит потом в ненужный момент. Ай, елки-палки, тут одни бегуны почему-то. Мало очень простых зомбарей. И еще один стоит. Сейчас я его нахлобучу. А это, по-моему, у нас обычный, да. Так, кто-то бежит, ребята. Горгона, ну иди сюда, блин, с деревяшкой со своей тут. Ой, у меня оружие, как всего. Черт подери, ребята, еще бы маленько, и я бы отдуплился. Смотрите, там хпшек сколько. Офигеть. Надо срочно подпитываться. Так, вот, шикарно. Не хватало еще опять тут все потерять накопленным трудом. Все, мачету взяли. Теперь я на коне. Кроссовки. Точнее, кеды. Да практически такие же, как у меня. Да, наверное, вот эту вот биту нам надо взять. Да. Ну, в принципе, больше у него ничего хорошего и нету. Вот так вот, если еще. И, ну, придется, ребята, чем-то жертвовать. Но двое штанов, с одной стороны, это хорошо. Потому что если одни сломаются, мы можем с вами по-бринькому переодеть. Все, 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 все. Тряпочек больше у меня нету. Забираем штаники. О, да кто опять-то там? Ё-моё, блин, бегун, ты достал, пугай-то так. Вот, успокойся. Отвлекает меня только. Куда бы мне эти кроссовки? Давайте, наверное, так сделаем. Ягоды все равно у нас море. Ну что, я предполагаю, наверное, здесь все. Ах ты, оленина, сбежал. Да, бревна я не могу собрать. Ну, естественно, все забито под завязку. Так что... Да, даже ягод не могу взять. Так, и дерево не рубит. Ну, все. Руда, наверное, тоже у нас. Да, ничего не выходит, ребят. Так, давайте немножечко ягод съедим, потому что пить он хочет у меня. Так, а этот ящик, ой, сумку смотрели мы? Смотрели, тут изолента. Так, я вижу впереди три зомбаря стоят, да? Один из них бегун, псина, ну, псина, волчара. И кислотник. О, ребята, поздравляю. Оу, тихо, тихо. У нас новый уровень, 19-й. Так что все хорошо. Ну-ка давай, вот так вот, отлично. Так, надо теперь этого толстяка нахумарить. Бородавочника. Эх, жалко, конечно, мне мачету на него тратить. Но ничего не поделаешь. Все, готов. Оу, золотые часы у него. Да ладно, у меня, по-моему, таких часов аж две штуки, если я не путаю. По идее бы нам надо уже, ребят, выходить и желательно бежать до дома. Там выкладывать все, сортировать. Так, иди сюда, оленина. Опа-на. Так, ну, мех не взять. Кстати, ящик, ребята, я вижу еще один ящик. Надо будет его глянуть обязательно. Так, веревки. Зачем мне веревки, блин? Зачем их с собой таскаю? Так, давай-ка глянем. О, там еще один ящик лежит впереди. Что у нас тут? Консервы. Да, мне, по идее, нужны болты. О, 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 тихо, тихо, тихо. Ядрить тебя на корень. Да ну, отвяжись нафиг. О, ребята, по-моему, я попал. Ёлки-палки, если он меня сейчас догонит и звезданет. Ой. Тихо, 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 тихо. Блин, еле-еле успел, ребята. Ёлки-моталки. 2 хп осталось всего, вы представляете? Так, что ты там? Гуманитарный груз сброшен. 8 минут 21 секунда. Интересно, я смогу до него? Нет, ребята, не смогу. 60 энергии нужно. Да и фиг с ним.
Ладно, давайте двигаться с вами домой. 21 минуту мы будем идти. В принципе, довольно долго. А за этот период времени я, наверное, с вами... Давайте что-нибудь посмотрим, что мы можем изобрести. Ну, выучить какие рецепты. Так, здесь у нас что есть? Так, сушилка для кожи. Швейный стол. Давайте швейный стол, наверное, сделаем. Я так понимаю, это будет возможность работать с тканями, с веревками. Так, потом, наверное, камнерезку. Будем, я не знаю, что мы будем делать. Ну, камни, видимо, тесать. Так, у нас еще 3 очка. Давайте, наверное, сделаем... Не, нож не будем. Вот сушилку сделаем для кожи. Так, отлично. И еще 2 очка осталось. Ну, наверное, вездеход тогда уже изучим. Для полной комплектации. Да, материалов нужно много. Ну, будем потихоньку потом собирать его. Думаю, что не прогадал, если я его сейчас выучу. Так, ну ладно, ребята, у нас 20 минут в пути, так что все нормально. Ну что, дорогие мои, вот я дошел и до дома. Теперь заходим и будем все раскладывать по местам. Ну, во-первых, мне нужно отхилиться. 2 хп это ни в какие ворота не годится. Так, где мои бинты? Так, вот они, бинты. Давайте мяска сожрем немножко. И бинтиками, наверное, закрепимся. Отлично, все. Теперь я полностью восстановлен. Так, наденем штаны. Да, ребята, конечно, блин, критично там было у меня все. Так, здесь нужно дерево. И руда, в принципе. Вот так сделаем. Пускай плавится. Так, а здесь у нас что? 2 доски готово. Давайте, наверное, еще поставим десяточек. Все нормально. Так, что у нас в этих? С костром-то. Блин. Ладно, пускай пока ягоды стоят без дела. Компота у меня и так хватает. Так, кроссовки тоже оденем. Кеды. Что у нас с чоппером? Есть для него что-нибудь или нету? Так. Да, в принципе, ничего и нету, ребята. Ну, вот только... резинки. Давайте эти резинки воткнем. И все. Да, так мы будем долго. Кстати, ребята, на самом деле, что для чоппера в игре нету руля. Если кто знает, отпишитесь, пожалуйста. Потому что я тогда не вижу смысла вообще его собирать. Как бы... А если я его, естественно, не соберу, получается, я в дальние эти, как сказать, края не смогу заехать и, естественно, их обследовать. Точнее, игра теряет уже определенный смысл. Так, давайте, наверное, да, вялиться положим. Пускай оно лежит. Каши не просит. Ну и давайте заодно посмотрим, что мы можем с вами сейчас в данный момент сделать. Ну, мы можем сделать коврик, да? Значит, нужны шкуры, веревки и осока. Ладно, шкуры есть. Нужны... Что нужны? Вот осока есть. Так, объединим. Что-то слишком много у меня травы здесь. Зачем столько, я ума не приложу. Блин, засада, ребята, какая-то. Одного ингредиента не хватает. Ха-ха. Да куда я все время тыркаю, а? Смотрите, нужно 20 досок и 10 камней, чтобы укрепить стену, ребята. Да, довольно жирно. Блин, а я коврик-то и не смогу изучить. Ёлки-палки, нужно 2 очка. Тогда давайте сделаем камнерезку. Блин, а для камнерезки, по-моему, не хватает руды. Так, что тут у нас? Тут ничего. Да, ребята, ну и попадос. Там даже не руда нужна, а этот металлолом, чтобы ее сделать. Какая-то засада, блин. Не одно, так другое. Ну а что я тогда могу сделать?
Так, сушилка для кожи. Опять же металлолома не хватит у меня. 5 штук нужно. Швейный стол. Блин, я резинки только что потратил. Вот дурень. А забрать я их не смогу? Губежки раскатил. Ой, блин, ну как же так-то, а? Надо было вначале посмотреть. Теперь ищи эти резинки. Тут нужно 3 тряпки. А я все тряпки спустил на бинты. Колья тоже не могу. Этот мясницкий нож тоже. Одним словом, получается, ничего не могу сделать. Так, а это уже на 22 уровень пошло у нас. Так, ладно, тогда все выкладываем обратно. Че я буду с этим бегать? Так, мясо. Это, наверное, я думаю, пригодится нам. Оружие. Что у нас из оружия? Только лишь мачете. В принципе, и все. Ягоды выложим. Так, у нас, значит, остается морковь, бинты, консервы, компот. До этого нам за глаза, чтобы выжить в любой ситуации. Даже париться не будем. Так, радио молчит. Так, у нас еще монтировка есть из оружия. Хрен его знает. Из одежды только лишь бейсболка, кеды, которые сейчас, кстати, уже развалятся, и штаны. Куда рванем-то, ребята, а? Кто мне скажет? Опять в камни или в лес? Давайте, наверное, сюда вот, в ближайшие, сбегаем. Хотелось бы, конечно, в красный рвануть. Так, 12 минут будем идти, мы бежать тогда сделаем. В красный, но я думаю, что там очень жестко будет. Хотя, если вооружиться хорошенько, да, надо будет как-нибудь сходить проверить, что значит 3 черепка. Ощутить, так сказать, на себе всю прелесть зомби-апокалипсиса. Ладно, ребята, а здесь мы приступаем заниматься... А чем заниматься? Топора нету. Так, тихо. Кирки, по-моему, тоже нету. Все придется здесь собирать мне сейчас. Пришел тоже мне. Так, бегун. Аккуратненько. Отлично. Так, а, ну это обычный. Все шикарно. Так, еще один. Я вижу еще одного. Сейчас мы его чикнем. Да, здесь, кстати, смотрите, руда лежит. Есть залежи известняка. С деревом, конечно, как-то напряженка, если честно. Так, мясо, шкуры нам пригодятся. Блин, без кирки-то хреново. Но мы здесь все... Ёлки-палки. Мы, в принципе, сейчас все здесь сможем собрать и сделать. Не беда. Главное разобраться вот с этими упырями. Так. Я уже, правда, честно говоря, забыл, что нужно для кирки. Так, 3 дерева и 3 известняка. Ну, известняк один я вижу. Блин, он пить уже хочет. Так, где у меня? Давай, пей компот, морс. Да, довольно неплохо утоляет жажду. Причем даже немножко питательности дает. Ну что ты сюда прибежал, а? Волчара. Так, я вижу деревяшку. Так, но мне нужно разобраться с этими отморозками. В принципе, их уже не так и много здесь осталось. Так, еще один. А, это волк даже. Блин, мачеточка моя родная. Ты скоро у меня крякнешь. Ой, как это плохо, ребята. И останусь я с чем? С бейсбольной битой. Даже не бита это. Какая-то палка для лапты. Ладно, давайте собирать. Известняки, камни, доски, бревна. Все, что найдем, короче. Так, еще нужно 3 бревна, да? Так, отлично. Все, создаем кирку. Ну, в принципе, можно долбить. Долбить известняк. Хотя, на самом деле, мне железная руда больше по душе. Воу-воу-воу-воу, кто-то среагировал.
Ладно, должны добить. Это ходун. Даже, я бы сказал, ползун. Все нормально. Так, известняк. Известняк нам нужен, ребят, для чего? Для того, чтобы укрепить стены. Как вы помните, нужно 10 известняка и 20 бревен, блин. Да, довольно жирно получается как-то. Ну что же, руда прет, известняк прет, опыт растет. Грех, как говорится, жаловаться. Так, а следующий у нас там на 22 уровне, да, открываются дополнительные плюшки, а у меня только лишь 19. Оу, еще карабкаться и карабкаться до туда. Ну что? Так, ягоды, это все тут. Опять инвентарь полон. Ну что ты будешь делать? Иди сюда. На. 90 сразу, да? Ну, елки-палки, хотел. Видать, они слышат, когда рядом что-то падает. Их не сородичи, я не... Оу-оу, тихо, надеюсь? Нет, нормально. А то уж я подумал, опять эти бессмертные бегут. Так, давайте этого еще закумарим. Это у нас обычный, да, обычный. О, я вижу впереди ящик. Это хорошо, в принципе. Точнее, это у нас получается сумка. Надеюсь, в ней что-нибудь полезное это найдется для меня. Так, тут только веревки. Я не понимаю, почему все зомби с собой носят веревки? В чем прикол-то? Так, ну что я вижу? Бинты. Вижу металлолом. Один кусочек. Ёлки-палки, а он мне нужен. Ну что же, будем, наверное, давайте вот вместо... Хотя, по идее, вот так вот сделаем, да. Все, чтоб, как говорится, не зря выкидывать. Так, тут у нас известняк. Приличные такие залежи. А вот с деревом-то здесь как раз напряженка, ребята. Очень мало его, смотрите. На всю округу два дерева стоит. Ну, зато... Ага, вот еще, отлично. Ну, в принципе, я сейчас быстренько себе все тут забью. Так, руда обязательно нужна. Там еще, смотрю, бревно валяется на земле. Также валяется известняк там. Так, тихо, кто-то ползет. Ага, ползу. Все. Что у нас тут получается? Голова, главное, валяется отдельно. Тихо, опа, на. Прибежал, люмен. На, ой, ё-моё, ребята, все. Закончилась у меня мачете. Не знаю, придется, наверное, взять факел этот. Будем бегать так, а фиг ли делать. Лучше с факелом, чем с голыми руками. Почему он у меня, интересно, взял эту лапту поломанную, а не факел? Интересно очень. Ой. Так, ну что, 20 уровень получили. Ну какая она хреновая, а? Медленная. Блин. Лабуда, короче, я недоволен этим видом оружия. Ну-ка, со спины, если сколько он, интересно, накумарит. Но, в принципе, полностью бьет. Но если мачете со спины било 90, то этот всего 42. Разница, по-моему, ощутимая. Так, давай, иди-ка сюда. Опа, нормуль. И я вижу здесь еще одну сумку. Ну-ка, давайте проверим ее. Так, что у нас тут? Так, это мы взяли. Блин, мне еще нужны болты, ребята. Если с изолентами и с проводами проблем нету, то болты обязательно мне нужны. А что я могу выкинуть? Черт подери. Кирку. Да ладно, тогда так все и оставим. Мне жалко просто все это отдавать. Все это выкидывать.
Сейчас добью последние, наверное, дровишки, известняк, и можно будет сматываться отсюда. Так. Двадцатый уровень. Еще два уровня, ребята, и я смогу делать новые плюшки. Я надеюсь, там будет что-нибудь полезное. Так, еще и кирка сломалась. Ну что же. Ай-яй-яй, иди сюда, ленина. Трупец валяется от этого бессмертного. Так, вот еще зомбарь. Готов. Там следующий у нас стоит. На них очень хорошо набивать уровень. 50 экспы дают, если я со спины убиваю. О, волчара. А за волка сколько? Тоже 50. Так, тихо. А за бегуна сколько дадут? Ой, как его долго разбираю. Ага, за бегуна соточку. Так, здесь был я? Да, был. Все, по ходу дела, я полностью зачистил карту. Вражин как больше нету. Так, известнячок. Приходится просто собирать, потому что у меня, ребят, кирки нету, она сломалась. Так что будем подбирать все, что валяется. Бесхозно, так сказать. Так, рудишка, кирка. У меня нет кирки, сломалась же она. Что нужно? Ну, я, в принципе, блин, ваш инвентарь полон. Я даже не могу кирку сделать, потому что элементарно некуда ее ложить. Нужен ли мне настолько факел? Хрен с ним. Перебьемся. Ладно, ребят, давайте выбегать отсюда. По-быренькому сбегаем домой. Выложимся. Ну и посмотрим. Так, энергия есть. Энергии достаточно, побежали. 15 затрачу. Через 7 часов, ребята, ко мне придут зомби. Ну, меня-то там, я надеюсь, не будет дома. Я не хочу с ними сталкиваться. Ну все, милый дом. Блин, а почему на моей территории трупаки не исчезают? Как лежали, так и лежат, а? Что за фигня? Оу-оу, тихо! Какого лешего ты здесь делаешь? Упырь. Совсем припух, блин. Так, ладно, давайте заходить. Выкладываем все, что нам сейчас в данный момент не нужно. Так, кстати, да, металлолом нам сейчас пригодится, скорее всего. Так, давайте посмотрим, что там нужно было. Да какой, блин, мясницкий нож? Мясницкий... А, хотя я могу, да, могу. Но мне нужно... Так, 15 веревок. 15 досок. Блин, с веревками, по-моему, проблема теперь будет, да? Еще разок. Так, а здесь... Нет, здесь у нас резинок не хватит. 5 слитков. А нет, ребята, все, хватит у нас. Веревки есть, слитки есть и дерево есть. Так что делаем сушилку для кожи. Создаем. Блин, мой инвентарь полон. Так, надо что-то убрать. Ну, давай. Да елки-палки, а. Так, надо выложить тогда, получается. Так, веревка, иди отсюда. Железную руду тоже объединим. Нечего здесь пыхтеть. Ну, теперь уже точно можно спокойно создавать. Все, шикарно. Интересно, мы ее здесь в дом можем поставить? Или она должна быть обязательно на улице? Так, строим. Блин, должна быть на улице, ребята. Куда бы ее влепить-то? Давайте, наверное... Нет, нет, не сюда. Нет, сзади дома тоже я не вижу смысла. Бред, получается, это чтобы взять кожу мне, да, это надо будет бежать. Нет, давайте где-нибудь здесь спереди. Ну, естественно, не на проходе.
Куда-нибудь. Да вот, наверное, рядышком мы поставим сюда, да? Я думаю, будет самое то. Да, отлично, пускай так и будет. Так, и теперь, я так понимаю, сюда нужно вешать шкуры. Ну-ка, посмотрим эти рецепты. Да, тут можно вешать шкуры, а также осоку для того, чтобы делать веревки. Ну что же. Так, 6 шкур у меня есть с собой. Так, давай сюда. Выкладывайся. Так, отлично. Так, здесь у нас... Ага, вот еще у нас. Ну, в принципе, там только 20-ку можно повесить. Слишком заморачиваться не будем. Ну-ка-ся. Сколько будет делаться? Так, 4 минуты делаться будет одна кожа. И я так понял, тратится 2 шкуры. Понятно, то бишь 10 кожи я получу с 20-ки. Ясно все. Так, печка у меня, как обычно, не фурычит, потому что нет бревен. Так, мясницкий нож. Одну очку изучения надо, а? И колья, но тут 2 очка. Так, а мясницкий нож, это нужно будет, ребята, кожа. А кожа у меня только еще начала сделаться. Не хватает у меня для кольев. Ладно, давайте, наверное, мы с вами изучим мясницкий нож. 5 кожи. 5 слитков. Это мы потом с вами сможем достать. А пока выложим все здесь ненужное. Так, компот, консервы. Консервы. Так, бинты обязательно нам нужны. Это однозначно. Так, топор. Топор пригодится. Доска не нужна. Ну, а мясо можно будет сейчас, наверное... И нет, давайте, наверное, его просто вот так. Все. В принципе, можно отправляться и... Ай, что? А, жрать он хочет уже, елки-палки. На, поешь морковок. Довольно питательные штучки, вы заметили? Так, что мы можем тут еще? Ну, это не то, блин. Так... Пиво это, кстати, надо будет выпить. Все, никак не могу до него добраться. Блин, да где у меня... Ага, вот они. Давайте заберем. Значит, 10-ку мы поставим на мясо. Так, надо разделить. Чтобы оно готовилось. Так, что у нас там по печке? 2 слитка. Ну что же. Слитки мы заберем. Давайте, наверное... Ага, вот так сделаем. Доски нам всегда нужны. И у нас здесь еще 20 руды. Блин, теперь дерева нету, да? 2 штульки... А, не, вот так вот сделаем, да. Пускай хотя... Тихо. Это кто там у нас? Блин, я уж подумал, какой-то чувак прибежал, а это зомбарь. Так, еще 16 бревен, как видите, здесь лежит. Ну ладно, пока вот так вот мы с вами сделаем. Блин, я не знаю, компот, может выпить его сразу здесь, чтобы он мне, как говорится, не занимал слотик один. Лапта скоро разрушится. Эй, с оружием, конечно, вообще проблема, ребята, причем конкретная. Ладно, тогда получается так, ребята. Мы ничего сейчас сделать с вами не можем конкретного. Время мы терять зря, естественно, не будем. Пойдем сбегаем в ближайшую локацию. Чуть-чуть пофармим там, что сможем. Ну и вернемся домой. Я надеюсь, уже сделается кожа. Наделаем себе мясницких ножей. И, как говорится, продолжим здесь всех нагибать. О! Торговец вышел на связь, как вовремя. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все, всем пока и удачи вам. До скорых новых видосиков.